Всем привет! С вами Игорян Промайн, и сегодня я буду показывать, как рисовать в программе Paint All Sai. Вот она у нас. Открываем ее. Так, триал закончился, но на это мы не обращаем внимания. Просто уже мне прошло определенный срок. Так, нажимаем на файл. Нажимаем на новый. Новый, да? Вот выбираем тут размеры, нажимаем ОК. Вот. Я тут таким слоем рисовать не буду. Я создам вот это вот векторный слой, да. Нажимаем на него, а этот просто удаляем. Все. У нас есть векторный слой. Теперь вот, например, мы хотим нарисовать Майнкрафт. Берем курс. Не, кур. Вот так берем. Сейчас цвет поменяем. Берем и вот так вот. Немного делаем закругленные углы. Ну, чтоб Майнкрафт был немного тоже не кубическим же. Потом нажимаем вот два раза. И все, она у нас отменяется. Так, теперь берем лайн. Он делает вот так вот. Хоп, 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 хоп. Остатки можно стереть резинкой. Вот так вот, все. Готово. Вот так вот. Да ё-моё, вот сюда вот иди. Рисуем вот так вот ротик. Что-то не получилось у меня. Чтобы это не стирать, нажимаем Edit, да? Можно вот так вот подзагнуть, так вот, хоп. Немного переместить. Так. Мне нужно вот сюда вот переместить. Вот так вот. Теперь рисуем волосы. Волосы я буду рисовать вот таким способом. Так, берем. Вот так. Хоп, оп. Так, это вот. Оп. Все, готово. И резинкой. Вот тут ее можно увеличить. Вот, например, я взял, вот так вот стер, да? Линию. Нажимаем на правую кнопку мыши. О, зараза. Это ж здесь не работает. Это работает только... Вот, например, тут так сделал. Неправильно, да? Нажимаем правой кнопкой мыши. Все. Ладно, берем резинку, стираем все. Так, делаем его меньше. Все, готово. Теперь, как закрашивать? А закрашивать очень просто. Вот у нас здесь новый слой, да? Нажимаем на новый слой. И вот так вот его перетаскиваем сюда. Теперь нажимаем на векторный слой, нажимаем Deselect и на эту волшебную палочку. И выделяем вот эту область лица, да? Сюда переходим, выбираем маркер и цвет кожи. Пусть будет такой вот цвет кожи. Не, можно сделать вот такой вот. Да, пусть будет вот такой вот цвет кожи. Угу. Нормально. Потом нажимаем вектор, это все. Так вот, убираем deselect. Потом нажимаем, выделяем это. Опять маркер. И уже проводим вот тем цветом. Сейчас скоро начнется самое интересное. Вот выделяем глазик.
и его голубым делаем. Так, теперь идет самое интересное. Создаем еще один новый слой и заносим его сюда. Выделяем лицо, сюда, маркер, поменьше, выберем этот и такой вот коричневый. Вот, сейчас мы будем делать тени. Вот так вот, в тени на глазу, здесь вот. Потом вот такая вот тень идет. Свет оттуда падает, да? Тень белым посветлее. И закрашиваем светлым. Сейчас подождите. Оп. Маркер. И закрашиваем. Все. Теперь берем блур. Да, блур. Сами он маленький. И он размывает это. Все. Мне нужно чуть-чуть побольше. И он все размывает. Это очень прикольное качество у него. Может так вот все размыть. Вот. Что-то у него рот какой-то некрасивый вообще получился. Сейчас мы рот исправим, а это закрасим. Так, на маленький тут так. Хоп. Все исправляем. Короче, берем на большой и все вот так вот. Делаем. Да, получилось не очень так красиво, но у меня получалось, еще что-то не получилось. Короче, получилось как-то так. Берем вектор, это все так, хоп. Теперь волосы. Да, волосы. Берем опять слой 2. Маркер. И я сейчас выделю. Так. Должен стоять на коричневом. Да, вот так вот. Берем маркер, хоп. И вот тут, вот отсюда уже. Да. Начинаем красить вот так. Где-то здесь оставляем. И так проводим потом. Здесь уже белым. Здесь таким цветом кожи. Потом берем блур большого размера. Все закрашиваем. Да, что-то получились у него волосы седые. Это мы сейчас исправим. Вот так вот, блур. Ладно, волосы не такие уж и крутые получились. Но все же. И фон. Фон делаем обычным. Берем маркер. Я такой делаю примерно фон. На большую кисть ставлю и вот так вот раскрашиваем. Потом еще больше ставим. И уже светло. Так, а здесь уже так вот свет должен падать. Это мы блуром. Да, все закрашиваем блуром. Белым мягче цвета. Ну, все остальное просто нажать и сохранить. Ну, я думаю, вам понравился этот видеоролик. Подписывайтесь, ставьте лайки. А с вами был Игорян Промайн. Всем спасибо, всем удачи, всем пока!